Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Strike Force от Marvel. Так, ребятушки, 75 баночек. Сегодня никаких открытий, ребята, также будем с вами играть просто навскидку, ребят, навскидку. То есть то, что я обычно делаю за кадром, будем делать на кадре, скажем так. Так, у нас тут сфера одна. Сфера одна. Доступно обновление, загрузите последнюю версию. Нет, я пока этим заниматься не буду, ребят. Я думаю, ничего страшного не произойдет, если я не загружу последнюю версию. Так, этапы, два этапа каких-то новых у нас тут. Так, это у нас Воин мира. Забираем. И... ага. И золото тоже здесь, друзья, забил. Все, я думал, зависло. Но нет, сработало. Такс, по испыталкам, друзья мои, побежали быстренько. Заберем наши все эти штуки-дрюки. Угу. Тут тоже заберем. И заберем здесь. Пока здесь все, друзья мои. Так. Заберем обычные с тобой сферы. Барон. Понятно все, короче. Так, по налету. Ну, тут можно просто, ребят, подраться, лишь бы набрать нам с тобой баллы. Баллы, очки там подобные. Нужно 500 набрать хотя бы, чтобы... а мы могли с тобой, ну, что-нибудь открыть. А тут дают по 17, то есть такое себе, да? 17, 17. Редко, ребят. Я помню, тогда мне сотку выпало. Просто сотка. Ну, давай. Вот, сейчас 19, например. Но тут осталось немножко, друзья мои. 449. Давай за 20-то. Чё ты жмешься-то? 22. Так, еще полтинник. И, ну, тут 16, ребят. Последний поединок. Давай 13. За 13, пожалуйста. 20-ка. Нормально, ребят. 507. То есть я смогу себе взять сразу же... так, подожди. Тут мы с тобой возьмем для шмоток, для прокачки. А по припасам... по припасам мы берем... так, ну я чудовище прокачиваю. Существо, точнее. Чудовище. Существо, да. Кстати, припасы сразу тогда возьмем. Сразу купим. Пам-парам-пам-пам. Давай вот это возьмем. И... вот, вот этих мало, 8 всего лишь. Этих вообще 0. Ну, как бы, в принципе, все, ребят. Так, а здесь у нас какая-то сфера. Угу. Какая? Покажи, пожалуйста, мне. А, с осколками. С осколками я обожаю, ребят, сферы. Ну, не это я немножко хотел, конечно, получить. Ну что, забираем? Осколки Баки Барнст. Этапы. Опять этапа 2. Ну, не то, что нужно. Мне нужен этот багровый. Багровый от стыда мне надо. Но багровый от стыда, ребят, получается, если мы с тобой идем на баталии или же... а, нет, не на баталии. Это если мы проходим с тобой три события. Но опять же свистит. Так, одно есть. Ну да, опять свистит, только одно. Одно стандартное. Ладно, пойду по ежедневкам пройдусь. Ну давай. Так, 250 хлама дали. Этого хлама у меня, ребят, хоть пруд пруди.
технологии Старка даже ничего не смогу прокачать. Офигеть, время 4 часа утра. Ё-моё, блин. Так я же выполнил задание, чё вы мне? А, я забыл получить награды. Перепил, Рейчик, ты перепил своего капучино, блин. Так-с, давай на мутантов. Мне эта надпись красным прям глаза мозолит. Так, у нас здесь есть что-нибудь? 60, 651. Можно кошку черную, но смысл, ребята, ей вкачивать звезды, если она у меня даже не открыта. Так. Ага. Ага. Леди, ты мне нужна будешь. Ты мне будешь нужна. В скором времени, блин. 62. Так, надевай. Надевай. А там, наверное, за 70, да, уже понадобится. То есть по уровню просто не подходит. Шмотки могу сделать, а уровень... А, нет, не в уровне дело. Дело не в уровне, дело в осколках, ребят. Ну, я думаю, найдем сейчас этот осколок. Прокачиваем ее по шмоткам. 12-й, да, по-моему, уровень шмоток. А, 11-й только. Господи, сколько мне тебе еще тогда придется качать? Оу, щит. Да дофига, ребят. Дофига мне ее придется еще прокачивать. Так, о, Серси, да, ребят. Серси же, мы же нашли с тобой тогда осколки. Ну, 4 звезды есть, это уже хорошо, ребят. Это уже плюсик. Страйф, я как-то не хочу его качать, если честно. Страйф. Нормально. Вот этого парня можно, ребята, он пригодится нам. Скоро. Великий выстрел. 5-й категории. Окей. Так, давай дальше смотреть. Пересмешница не хочу, а вот этот... Вот я его качаю, ребята, и я даже не понимаю, куда он мне нужен. Он нужен в команде наемников, по-моему, если не ошибаюсь. Я его качаю, 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 качаю. Хеймдаль. 3-я ступенька. Окей, дальше идем. А дальше все, по ходу дела. Ну и что нам в этой серии дается? Да ни хрена, мы с тобой здесь ничего не... Какие-то баталии-поединки? Вряд ли. Участвовать в рейдах. Выполнить все ежедневные цели. Нафиг я энергию потратил, я не пойму. Космическое испытание. Поражение. А знаешь, ребят, почему поражение? Турнир разрешен. Я тебе объясню, ребят. Я тупанул по-черному. Я тебе... А, не показать. Друзья мои, я раньше выставлял самую команду, самую мощную команду к себе оставлял. А тут я решил ее поставить в защиту и посмотреть, что будет. Вот тебе результат. Я просто проиграл. Просто тупо проиграл, ребят. Нафиг я это делал, ума не приложу. Ну, вот так вот получилось. Вздрючили меня, как сосунка, блин. Я даже вообще никакой награды не получил. Так, ну здесь я... Ну, тут однозначно, ребята, я проиграю. Однозначно. Но я должен был сделать поединок этот. Обязан был. Багровый от стыда. Вот, ребята. Багровый от стыда нам нужно. Давай сюда зайдем. Ну, здесь я, конечно, порву всех. Потому что это от 30 до 60, сам понимаешь, это, ну, как бы, слабенький ранг. И в слабеньком ранге мы здесь всех вынесем. Так, ну давай сюда пойдем. Смотри, 4000, ну это вообще, это детский сад для нас. 4000 мощей, там, 5000 мощей. Это ни о чем. Ну, ниндзи. Чего такое? Все, что ли? Ниндзя, который имеет 2000 мощей. Конечно, ребята,
смех. Смех и грех. Ладно, двигаемся здесь. Понял. Подожди, а почему они... А почему они были проиграны? Я вроде бы не заходил еще. Скажем, днем же обновляется. С какого перепуга-то сейчас все это? Странно очень, конечно. Ладно, фиг с ним. Хотя мне это не нравится. Так. Ничегошеньки нету хорошего. Выигрываем пока в войне. Смотрим, ребята. Так. Ну тут по 200-200 это... Это, конечно, фигня, ребят. И 400 банок этих. А вот тут должно быть поинтереснее. 20 тысяч и 12 тысяч. Вот это уже что-то. Но мне, конечно, нужен вот кто. Красный гоблин. Ребят, мне не хватает всего лишь 45 карточек. Если это возьмем, будет прилично. А потом только здесь. Ну, это... Блин, добраться еще нужно до этого. Так, подожди, еще один этап. Забирай все. 460 капсул. Этого не хватает пока. Этого мало, ребят. Ну что, открываем тогда эти сферы. Со шмотками там. Так, здесь Carnage 5. Мистерио. Мистерио и Мистерио электро прокачан, ребят, поэтому сбагриваем. Поэтому сбагриваем и двигаемся дальше. 10, да, 10 капсул на шмотки. Здесь у нас, ребята, есть... Так, я сейчас возьму на мутантов. И у нас еще, помимо прочего, припасы. То есть одно что-то я могу взять. Так, на существо я уже слил. Человек-паук, да? Пускай будет так. Здесь фигня полная. Ай, зачем одну-то взял? Надо было брать так все. Так, здесь оранжевые материалы. Ну давай. Получается, здесь все. Так, здесь мало, почему-то так. 12 тысяч. Вот здесь вот можно, ребята, что-то уже приобрести путевое. Так, давайте посмотрим. Берем. Сиф, ты как у нас там? Сиф. Ребят, сиф прокачивается. Пиро. О! Зловещий прокачивается. Вот, кстати, мистер Зловещий. Я его раньше-то им искал. Думаю, что за мистер Зловещий, блин? Кулапси. Ну, давай возьмем призрака. Черт уж с ним. Так, эхо... О! Ослепляшку возьмем. И, наверное, эхо возьмем, ребят. Все, да? Кончилось. Так, а по сферам я возьму, наверное, вот здесь. Две сферы. Ну, давай. Бредотню. Вот бредотню какую-то любит всучивать. Я не понимаю. Нафиг мне вот эта параша что-то дал? Блин, так вот обидно, ребята. Просто обидно, что какую-то бредотню. Просто всандаливать тебе. На, бери, говорит. Мне не жалко. Как будто оно мне нужно. Так, ищем дальше. Остальное все, что ли, дофигища у нас получается. Так, вот это, по-моему, где-то я видел. Пригодится. И вот... Нет, банки я не знаю. Ну, просто возьму, ребят, потрачу энергию, так уж и быть. Так, вот эти вот покупаем. Сколько там? Блин, маловато. Ну ладно, фиг с ним, я потрачусь. Это на мистерию. Все на мистерию, что ли, идет? Окей.
1800, буквально до 2000 не хватает, чуть-чуть. Так, давай мы, наверное, один бой на аренке сразу же пробежимся быстренько. Посмотрим тут с кем. Я думаю, вот эту. Блин, не знаю. А если обновить? Вот эту кому-то, вот этих я точно порву, ребят. Причем на изи. Капучино заканчивается, ребята. В стакане становится пусто. А когда в стакане пусто, надо идти и наливать капусту. Шучу. Надо наливать еще. Блин, хотел капусту потушить, так и не потушил, ребят. Остался я без тушеной капусты, но зато с рыбой. Ну что там у нас, очередность, давай. Я ставлю, ребят, обычно здесь на автобой, потому что, ну, поверь мне, это будет изи победа. Просто изичная. Да, сейчас порвут. Минус. Минус. Все. Запинали. И мой ранг 313. То есть с 250-х, 60-х мы с тобой слетели на 313. Но там, ребята, невозможно дойти до первого. Там, я не знаю, что нужно сделать, чтобы удержаться. По-моему, ничего ты не сделаешь. Так, рейд. А что у нас? Почему рейд? Я что-то не забрал, что ли, здесь? Ну, посмотрел я, и что? Так-с. По событиям. Снова в учебку. Уличная вечеринка, соседский дозор. Бегом марш. Ну, это будет, ребят, все. 10 дней осталось до до конца, ребят, события. А у меня, как ты понимаешь, до сих пор нету черного этого рыцаря. Я сразу вспоминаю, ребят, почему-то Tower Conquest. Именно там этот черный рыцарь был, помнишь, да? Именно там был черный рыцарь. В эпической кампании я тоже, ребята, не могу ничего сделать. То есть я бы с удовольствием начал бы проходить, продолжал бы проходить. Так, ты посмотри, какую они гадость мне сделали. Теперь ты понимаешь, зачем я качаю невидимую леди и магнета? Да-да, именно для того, чтобы собрать себе команду, чтобы как-то продолжить драться, понимаешь? Как-то дальше прогрессировать. Ну, а здесь по шмоткам, ребята. Именно из-за шмоток. 16-я категория нужна вот этим охламонам. Я ничего не могу сделать. Нету элементов, нет прокачки по шмоткам. Все. Элементарно просто. И по итогу получается, что я как бы, ну, узник. Узник этого положения. Я ничего не могу сделать. Получить... Ну, это вот только на войне, если идти на войну. Не, ну, в принципе, можно, знаешь, по-моему, где. Если я, ребят, не ошибаюсь, то в реальном времени это можно, по-моему, набить. Давай проверим. Ну, опять же, ребята, арена в реальном времени, она идет рандомно. Тебе могут дать и на 5, и на 6, и на 20, и на 40 уровней выше, чем ты. Ну, именно не уровни, а, скажем так, по мощам. И ты ничего не сделаешь. Вообще ничего. Тебе просто придется смириться. Поэтому я здесь играю на автобой обычно. Вот в данный момент, смотри, какая мне выпала команда. С этой командой я ничего не сделаю. Потому что у него за 300, ребята. У меня не каждый персонаж, что здесь имеет 200-й. А у него за 300, 329, 355. Один только Икарис. Вот он сейчас начнет с Икариса ход. И Икарис начнет просто разваливать мою команду, ребят. Вот, поверь мне. Вот он. Сейчас. Смотри. Бамс. Второй удар. Бамс. Все. От команды ничего не осталось.
Поэтому, еще раз говорю, рандом. Команду рандомную тему. Мне также ребята могут... Но есть один небольшой нюанс в этом во всем, я тебе скажу. Я тут недавно дрался с командой, которая, вот если у меня вот... У нее 1630, да, силы. У меня 1000... лимон 100, да? Я дрался с командой, у которой было мощей... У меня было 1 140 000, а у него было 850. Я не помню, какую он команду взял. Команду уличных бойцов или что-то такое. Она меня разорвала просто. Просто в труху. Ребят, ну здесь вот более-менее еще на равных. Но опять же тебе скажу, что Икар и Серси, они рвут мою команду. Потому что это, они два персонажа вот этих вот, они уже самодостаточные, понимаешь? Плюс Пустельга здесь у него и этот. Просто Икар, он сам по себе очень мощный. Скажем так. Вот, и как бы его пробить, ну, это довольно тяжело. Как-то блокировать, хрен его знает. Но тут, видишь, спасительница есть. Вот смотри, он восстановил себе здоровье, все. Смотри, начинается. Бамс! Упал кто-то? Нет, не упал. Если никто не падает, он, естественно, второй удар не делает. Но он к Серси подключается. Офигеть, ребят. Вот как тебе такой расклад? Сейчас еще спасительница у него. О, Пустельга. Вот почему я, ребята, тоже качаю сейчас вот. Ну, тут трэш. Нет, это фигня, конечно, полная. Тут уже ничего не сделаешь. То есть вот Серси и Икар. Ну, вот такой вот. Они начали. Разнесли пол команды, по крайней мере, ну, даже не разнесли здоровье. У этой гадины очень офигенная инициатива. Она херачит и херачит, херачит, херачит. Плюс она дополняет Икара. И ничего ты тут не сделаешь. Опять же, ребята, я вам скажу, здесь только по мощам я проиграл. Ну, не по мощам, а по команде, по его сложности. Вот и все. Серси, если Икар у меня еще более-менее прокачанный, ребят, то Серси, она очень сильно отстает, поэтому мне сейчас нужно ее как-то, ну, докачивать. Вот с этой командой еще, ребята... Подожди, тут я... Вот с этой командой... Ну, как сказать, Адам Мурлок, блин. Слушай, ну, интересно будет посмотреть. У него команда... Слушай, они здесь все берут команды, которые, как тебе сказать, ареновские. Это аренские персонажи, они все. У меня здесь, ребята, далеко не аренские. На автобой поставлю, посмотрим. Вот, потому что здесь кто? Опять же Серси, блин. Так, ну мы, видишь, Тора убрали. Адам Варлок, он, ребята, имеет свойство возрождаться. То есть он сразу возродится. Вот Серси, блин, бесевая скотина. Просто, ребят, бесявая скотина. Серьезно говорю. То, что делает спасительница, это просто, ребята, просто бальзам на душу, то, что она делает. Это, опять же, Адам Варлок сейчас возродится. У него есть, ребята, вот, возрождение. Единоразовое, блин. Вот эту вот пакость надо убирать. Молодец, спасительница делает иммунитет. В общем, все хорошо. И посмотри, как она себе восстанавливает здоровье, друзья. Вы заметили, у нее не было ХП. Она просто восстановила себе полностью его. Ну, а дальше здесь все. Уже все, ребят. Дальше пошло, пошло, поехало. И, соответственно, Серси здесь одна ничего не делает. Разобрали. Но она восстанавливает себе жизнь дико. Она не только себе восстанавливает. Если Икар есть у тебя в команде, она ему восстанавливает. Как бы так. Он нанес мне 1 400 000 урона, я нанес 8 156. И опять же, друзья мои, я еще раз повторяю, это не топовая команда у меня. Да вообще далеко не топовая. Так, ну что у нас тут? Забираем, да? Вот эту штуку мне надо забрать. Такс. А...
230. Подожди секундочку. Я, наверное, сейчас вот сюда зайду. На трешечку. И заберу. Поехали. Сколько дадут? Два. Два. То есть 4 получается, да? А здесь. А у нас тут пройдено все, получается, да? Вот Серси, ребята, где мы можем с вами добывать. А тут-то... А что мы здесь не потянули? А почему я не стал продолжать битву? Друзья мои, вот это интересный вопрос. Поехали. Если у нас есть возможность продолжать историю, почему я отказался ее дальше проходить? Непонятно. Блин, это... Бейсболка уже, ребят, голова потеет. Я сниму ее. О. Фью. Нормалек. Сейчас мы здесь поразбираем, сколько сможем. Поставлю двоечку, наверное. А есть единичку на автобой? Тут 9 бойцов всего лишь. Но... Хорошо так звезданул, да? Все улетели. А, перьями своими, стальными. Такие только стволы попадали. Это знаешь, как в фильмах так любят фантастически делать. Типа там всех сдуло. А стволы остались на месте. Идеальная победа, друзья. Просто в хлам. Прикольно. 3 звезды заслуженных. Тогда двигаемся дальше. Это у нас только получается, это у нас третье, да? А на третье мы это застопорились. Как назвать-то? Как назвать-то? Третий этап, скажем так. Ну давай купим, фиг с ним. В этой команде не хватает либо носорога, либо шокера. Шоквейв. Понимаешь, да? И тогда бы была бы это точно зловещая шестерка. А она сейчас похожа больше на зловещую пятерку. Потому что Альтрон, он как бы не вписывается в эту систему. Вообще никак. Вообще никак не вписываться в эту команду, ну серьезно говорю. Ага, их здесь уже, ребята, 13 будет. Как он круто выглядит, конечно, этот доктор. В этих очках еще к тому же. Усиление атаки. Сейчас будет удар, походу, да? С блокировкой способностей. Всех, естественно, сдувает. 2000 барьера. Это не спасает. Он пробивает и барьеры, и все. Это стервятник, ребят. Это стервятник. И 8 осталось. Давай, наверное, ускоримся чуть-чуть, ребят. Потому что так мы будем с тобой... Сейчас до посинения высматривает. Альтрон вызвал, вызвал все-таки одного. Я думал, там места, по-моему, не хватает. Так, и последний. Goodbye. Как прекрасен этот мир, полюбуйся. Как прекрасен этот мир. Да, ребята, разбомбили. Жвачка, что ли, захомячит тут? Что это жвачка такой? Colors. Фруктовая написано. О! В бой, ребята, это у нас...
Это, по-моему, идет у нас наемник. Ну, из команды... Хотя я могу ошибиться, если честно. Кстати, тут после недавнего, ребят, обновления у нас на голосование поставлено было 3 новых персонажа. И я посмотрел, откуда они... Вообще, откуда они берут этих персонажей? Или я не знаю. Ну, я на самом деле много чего... Я, конечно, не спорю, что я не супер там... Такой фанат по комиксам там или что-нибудь. Ну, откуда вы, гаденыши, берете этих персонажей? Я уже думал, вроде как все. Да, я не спорю, этот есть зеленоголовый, который это такой, знаешь, типа мегамозга. Этого я видел персонажа. Ну, те, которые выставлены на голосование, я не знаю, сейчас, если вот пройдем, можно посмотреть. Там, ну, как бы сообщение про голосуйте за новых персонажей, которых вы хотели бы видеть в игре. Кто они такие? Где они взялись? Непонятно вообще, ребят. Я, например, если честно, про Черного Рыцаря вообще ничего не знал. Кто-нибудь из вас знал, ребят, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Кто он, этот Черный Рыцарь? С какой твою налево он вселенной вообще взялся? Этот здоровяк, который с первобытной, доисторической шестерки Мстителей. Какого хрена? Этот пурпурный демон. Кто такой? Где ты, твою налево? С какой помойки ты вылез? Ну, давай посмотрим. Я не знаю, ребят, сейчас гляну просто быстренько. Так, Черный Рыцарь уже в игре, но это понятно. Так, сейчас заберу тут награды. Вот. Так, друзья мои, вот, смотрите, эти персонажи. Это Бетти Брандт, Бен Урих и Карен Пейдж. Кто они такие? Я хрен его знает. Так что, если вы знаете, то будьте добры, напишите об этом в комментариях, чтобы хотя бы мне немножко посвятить. Я понимаю, что можно это посмотреть где-то в Ютубе, там, про них посмотреть. Но я хочу, чтобы вы мне написали. Мне как-то от вас приятнее слушать и читать комменты, чем самому там что-то елозить где-то, смотреть, проверять. Так, что я хотел? А, мы же хотели продолжить дальше события. Сейчас, секундочку, друзья мои, посмотрим, что у нас тут. Блин, ну я здесь... Здесь я, друзья, беру обычно вот по десятке. Потому что нет смысла брать звезды, там, звезды до 4. У меня, по-моему, нет таких персонажей, которые не имеют 4 звезд. Все имеют. Так, и мы продолжаем. Компанию, да? Здесь мы остановились, да? Нет. Вот здесь, по-моему. Да, вот здесь вот. Погнали. Естественно, ребят, команду я не меняю, потому что, ну, берем, естественно, по максималке команду, ребят, и она уже там начинает у нас разруливать всю эту ситуевину на свой вкус и лад. А так, сейчас у меня в основном проблема что? Даже не то, что с новыми бойцами, а больше, наверное, проблема со шмотками, друзья мои. Именно по шмоткам я проигрываю. Ты сам видел, что я даже не могу некоторые события проходить. Персонаж есть, а классификация одежды, она не подходит. То есть классификация одежды, я подразумеваю, это как бы уровень персонажа. То есть 11, 12, 13... Фига он возрождается. Гру, ты не опупел ли, а? В конце концов. 3 раза возродился. Нормально. Давай, влупляем ему. Готов. Опа, 2 енота. Друзья, я решил, знаете, что, какую игру перепройти? Эту... Блин, как она называется? Age Defenders, по-моему, да? Вот ее, ребят, решил перепройти. Помните, мы в свое время играли ее вот на нашем же этом канале. Но я уже буду проходить на втором канале, потому что это все-таки ПК-версия игры. Вот. Она похожа у нас на что? На Kingdom Rush. Но только там про первобытных
эти первобытные времена, скажем так. Вот. Age of Defense, по-моему, как-то так называется. Так что, ребятушки, как говорится, добро пожаловать на второй канал и смотрим ее там в ближайшее время. Слушай, а тут вообще мы как-то на изи разобрали. А почему этот этап я давным-давно не проходил? Вот я вот этого не понимаю иногда. Почему он у меня завис? Этот уровень. Я бы его таким бы образом давным-давно, ребят, тем более проходим на 3 звезды. Команда топ рулит на изи. Сфигали. А знаешь, какая мне еще игра, ребята, понравилась, которую мы с вами проходили? Помните, когда мы играли за... который изгоняет духов, демонов, экзорциста. Помните, когда мы играли за экзорциста и в китайском или в корейском городке, когда мы изгоняли вот этих всяких ихних демонов популярных. Что-то я так ее сейчас вспомнил. Так прикольно была эта тематика сделана, да? Обычно в таких боевиках там с оружием, с автоматами, а тут чисто на заклинаниях руками истребляешь эту нежить. Ну, согласись, прикольная игра. И самое главное, что он спасает свою сестру. Очень хорошая и замечательная, ребят, концовка была. А игруха называется как она? Призрак Шост. Что-то такое, изгоняющий призраков, как так. Ну, мне лично понравилось. Побольше бы таких игр, почему-то вот с, именно с их тематикой. Мне вообще эта тематика почему-то так нравится. Именно вот эти их демоны. Так, ну давай, добивай последнего. Ну, ребят, ну согласись, проходим вообще великолепно. Мне нравится, как Мистерио выглядит. Как у него в шлеме отражаются вот эти вот фонари вот этого вот, я не знаю, гаража, так скажем. Интересно, а если он на улице будет драться, у него тоже будет отражение гаража или нет? Мне кажется, тоже будет отражение света фонарей гаража именно с потолка. Будет немножко нелепо, конечно. Так, а кто у нас тут в конце-то будет? О, а, это, ребята, Алый Паук. Ну, Алый Паук, если честно, я вот сколько смотрел команд именно на пауках, вот, которые ребята собирают, да? Алый Паук редко где присутствует. Редко, ребят. В основном пауки какие там идут? Там, ну, паучиха, и она там берет с собой, там, Рок-паука, кто там еще у нас идет? Паук 2099. Ну вот Алого Паука я как бы там не видел. Майлз, стандартный паук идет. Вот, то есть как бы Алый Паук, я вообще не знаю, честно говоря, для чего его в игру сюда воткнули. Это получается, Алый Паук это просто шмотка. Я бы сказал бы, ну, обычный паук, просто с другой шмоткой. Как бы, ну, я понимаю, ты понимаешь, Надя, что я имею в виду. То есть, тот же самый Спайдермен, только он поменял себе одежду. Вот. С теми же самыми ударами. Зачем это сделали, хрен его знает. Давай, погнали дальше. Зловещая, там, зловещая шестерка, а на самом деле зловещая пятерка. Потому что шестого бойца у нас заменяет Альтрон. Нет, я могу сейчас поставить, например, сюда же Электро. Можно, в принципе, ребята. Она у нас, я не скажу, она что, прокачана в топ, но именно из-за нее мы можем продуть. Потому что ее будут здесь валить. Но зато это будет команда вообще топ. Ну как команда топ? Я имею в виду истинная команда. Это будет. Альтрон, ну как-то вообще сюда не вписывается. Ну согласись. Вообще не смотрится. Просто разбирают на ура. Не давая никакого шанса врагу даже сходить. На 3 звезды, блин, такие у него наплечники. Квадратные, ты заметил? У Шоквейв. Кстати, мы можем Шоквейв поставить. И тогда будет доктор Сминог вызывать не его, а, например, носорога. Или... Кстати, давай попробуем. Давай попробуем сейчас вот заменить, например, Альтрона на вот Шоквейв. Только мы можем сделать немножко по-другому. Вот так вот переставить, чтобы его, не дай боже,
как говорится, тронули. И тогда, по идее, доктор Осьминог, он должен будет призвать кого-то другого. Он не может призвать второй шоковой волны. Я же не поленился, сходил, еще налил капучино себе. Горячего, друзья мои, горячего. Погнали. На. Вот кого он сейчас призовет, ребят? Носорога, ну конечно носорога, ребят. Офигеть, смотри, пробафанный. От и до. Хил, контратака, уклонение, повышенная атака. А что это? Регенерация даже стоит. А, усиление защиты. Так, господи, усиление защиты. Я даже не успел прочитать. Фига, это что? Что это сейчас он сделал такое, а? Друзья, что это сейчас было? А смотри. А здесь, ребята, почему-то другое у него в шлеме отражение. То есть не было этих фонарей гаражных. Значит, меняется все-таки. Так, ну ладно. Сейчас мы идем с тобой. Блин, энергии, конечно, 27. Алый паук, ребята. Поехали. Ну, ты понимаешь, для чего это сделано, ребята? Чтобы мы могли, например, фармить этих персонажей. На самом деле, если всех персонажей фармить, которых там дают, то можно сделать неплохую себе команду. Но опять же, уровень это одно, а шмотки это совсем другое. Шмотки, я бы даже сказал, это важнее, чем уровень. Серьезно? Вы сейчас серьезно? Вот так вот в 3 секунды распетрушили их. Красавчики. Но энергии нету, это придется либо сейчас нам тратить с тобой... Как называются они? Капсулы эти, да? Либо мы можем с тобой завершить сегодня эту серию прямо здесь. Так, а что у нас там? Где-то посередине, да? Ага, это, ребята, кинжал. Кинжал и могучий Тор. А здесь кто? Ага. Стрэндж, это бессердечный. А промежуточного нету? Понял. А здесь? Никаминору и Вижн. А на семерке кто? О, ребят, Фотон. Фотон и... Черная пантера на семерке. Ну, в общем, есть, ребята, потенциал. Потенциальчик небольшой. Так, давай мы здесь заберем награды. Потратим изо. И, в принципе, наверное, на сегодня будем заканчивать серию эту. Фух. Так, сколько у нас? Ага. Иза мне нужно на Капитан Америку, что ли? Ну, давай поищем на него. Тем более, нам две нужно штуки найти всего лишь для фулл прокачки. Да иди ты в баню, вот. Так, всего 4 нашли. Да берем, берем. Вот, 16. Блин, на одну не хватает. Есть контакт. Объединяем. И вот здесь, друзья. Так же, да? Шесть всего лишь нашли. Угу. Да ладно, ты издеваешься, зараза, а? Так, блин, 6, 8, ну давай. Так, все, уже нельзя, да? Давай по 36. Так, 4. И тут 4. Ну, еще немножко, ребята, и Капитан Америка перейдет на
Иза. Пока первой категории только лишь. Но все равно, ребят, даже первая категория уже хоть какой-то плюсик дает нам. Так, давай еще зайдем на войнушку. Подожди, в припасы забежим. Ага. Понял. Тут уже лишь бы что открыть, лишь бы, как говорится, что было. Особого, как говорится. Так, 250. Угу. Давай здесь. Открываем. Все. И последнее, что я хотел сделать. А, сходить на арену, ребят. Сходить на арену. Тут вот, хотя и написано, ребята, 4 из 5 попыток, но на самом деле мне нужно всего лишь 4 попытки потратить. А пятая попытка, она почему-то идет, ну, беспонтовая. То есть она как бы вообще мне ничего не дает. Вот эту команду я сейчас разворачиваю в легкую. Она не дает мне пятая попытка ничего, потому что даже по прохождению, если смотреть по этим, по наградам, дается всего лишь за 4 попытки. Я не знаю, зачем они пятую сюда включили, может быть, просто как бы округлили. А на пятая попытка мне ровным счетом ничего не дает. Вот за 4, да, даются награды определенные. А мы что-то разбомбим, ребят, на 5 секунд. Просто без проблем. На. Кейс же отдуплился, ребят. До свидания. Все, упорхал. Упорхал, родной. Так, забираем с тобой. Интересно, сейчас дадут нам сотку или нет? 100 кредитов. Я имею в виду 100 кредитов на повышение уровня. А, бойцу. Ну-ка. 2. Да, ребят, получаем. Сотка, это, кстати, очень солидная сумма, ребята. Давай глянем. Так. Мне надо либо Кейджа. Ну, я, наверное, Капитан Америку все-таки. 86 уровень. Ну, давай, хрен с ним. Лям 300 почти, ребят, заплатил. В плане. Твою налево. А где они находятся? Да, ты серьезно? Ты серьезно, блин? Так тут... Че-то ты мне тут свистунка за... Нету здесь этого. Да. Ладно, Капитан Америки, придется тебе подождать, когда у нас найдется соответствующая шмотка для тебя, блин, чтобы я смог ее на тебя напялить, блин, и прокачать, естественно, на уровень. Оу, да, Сив. Кстати, мы, ребята, с вами же много бойцов. Да ладно, Сив имеет 7 звезд. Хо-хоу. Молодец. Красава. Так, давай дальше смотреть. У нас, по-моему, тут еще пару бойцов должны. Так, а ты не хочешь фордж? Хочет. Хочет, ребята, фордж прокачаться. Умничка. Фордж, умничка. Так, давай дальше смотреть. Вот этот алый пердун. А Колос? Нет, Колос не хочет. Может быть, хочет, но не хватает на него шматья. Шаттер... Шаттер не хочет. Давай здесь. Нагревание. Нагревайся.
X. Фотон. Вот, да-да-да, я же говорю, мистер зловещий. Так, четвертую звезду получил, золотую. Ой, золотую, красную. Да, и ослепительная тоже. Четвертую, на пятую пошла, на пятую красную звезду. А ты как? О, санспот, ребята. Пятый уровень шмота. Красавчик. Девочка-белка, нет. Тор, подожди-ка. Одну карточку, я думаю, найдем мы на него. Ты серьезно сейчас? Ну что, Тор, давай. Новый ранг тебе. 4 звезды, отлично. Такс. Угу. Гравитон не хочет. Ты не хочешь. А ты? Не хочет. Фотон прикольная бабенка. На самом деле. Чем-то напоминает мне Икара. Чем-то, ребят. Не говорю, что она точно как Икар, но она чем-то напоминает. Именно своими вот этими ультимативными атаками. Это вот из зловещей шестерки у нас Электро. Очень сильно отстает по шмоткам. Шестая категория всего лишь. Тут, ребят, 198. Ну, считай 200. Вот я хочу Канга Завоевателя. И, кстати, Веном. Веном. Там не хватает. Давай-ка найдем. 4. Сколько? 6, да? 6. Вот и все. Вау. Нормально. 6 звезд. У меня с деньгами, ребята, 51 тысяча осталось. От денег, ребят. 51 тысяча. Что тебе не хватает? Уровня. Тренинг. Да. По деньгам вообще обнищал. Но тем не менее, друзья, тем не менее, сегодня неплохо прокачал и персонажей, и по рангу, и поэтому сейчас заберу здесь награды. И в принципе все. Увидимся уже тогда в следующей серии. Продолжим проходить истории ключевые. Вот. Что еще? Ну, дальше уже там посмотрим. Хотелось бы, конечно, мне этого демона открыть, пурпурного гоблина, но пока все, ребята, все плохо. 50 еще нужно на него искать. Это нужно охренеть, сколько этих. В общем, все это быстро не происходит. Сейчас уже добью здесь все эти сферы. Киллмонджер. Так, Иза. Все, ребятушки, все. Буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.